теплые проводы на вокзале, и мы уезжаем на поезде в Невинномысск. Маршрут проходит под Дукинским озером, хребту Габалучат и Аркасара, перевалу Пхия, а также Софийскому хребту. Из Невинномысска на электричке до Черкесска, а далее на заранее арендованной машине мы едем по бескрайним просторам Карачаево-Черкесии. Итак, наше путешествие по Архызу в июле 2013 года начинается. В 7 часов вечера 15 июля мы подошли к озеру Семицветному. Вот первая ночевка у нас на этой шикарной полянке напротив перевала Дукка, он же Аркасара. Все бодрые, здоровые, веселые, счастливые пришли на первое место ночевки. Совсем не устали, вот, очень все счастливы. Поздно вечером, в сумерках, к нам пришли гости с гор. Вот оно, голубое ожерелье Кавказа. А на другое утро, едва только забрезжил рассвет и появилось солнышко, я уже был на ногах. И мы с радостным настроением пошли вверх, в поисках новых озер и новых впечатлений. 17 июля. Третий день нашего путешествия по Архызу. Внизу озеро Семицветное. 7 утра.
Свет, ты счастлива? Очень. Я балдею. Она балдеет, все слышали? Скажи что-нибудь. Минтон! Здравствуй, Тархис! На перевале Аюлю. Это вид с перевала Аюлю вдоль, в долину реки Псыш. Рядом с перевалом Аюлю и рядом с озером красивейшим мы решили пообедать.
Очень счастливые и довольные мы вернулись с этой прогулки. Половина седьмого утра. Наши туристы еще спят. Видят цветные и красные сны. 18 июля. Утро. Около 8 утра позавтракали и собираем лагерь. Путь! Нас ждет перевал Аркасара. Долина реки Большая Дукка. Ура! Мы на перевале Аркасара! Спустились с перевала Аркасара после 12 часов дня и решили пообедать. Проголодались, все проголодались. Кто яблоко, кто грушу, кто тушенку, кто сгущенку. Все, едим, едим. Утро пятого дня нашего путешествия по Архызу встретило нас на полянке из пастушьей сумки и ромашки аптечной, безязычковой. Идем по маленькой тропинке вдоль леса березового и находим грибы. Огромные. Огромные подберезовики. Вот в конце пятого дня нашего путешествия, 19 июля, вышли на небольшую поляну. О, вот это у нас будет грибной суп у нас. Или он тоже должен варить, да? Сколько там? Да нет. Из пачки вот там. Сколько? Он должен, ну скажем, вот как только разварится, ну это несколько минут. Надо. И густой грибной суп, одни грибы там, вон наш ложка еле ворочается. Вкусный, вкусный. Они кипят?
Архыские грибы. О, это что у нас тут? Так, дай твою чашку, где спрятал. Ян. Кулак. Ой, у меня кулак. Вот такой. Покажи свой. Так что мне достаточно. Строго. На другой день, рано утром, я решил сделать самостоятельную вылазку-разведку в поисках правильного пути. Мои спутники еще спят в палатках, а я уже вышел на крутой склон. Все выше и выше, с высоты открываются замечательные панорамы. Горные лилии – украшение кавказских лугов. Эти гигантские свечи – борец или аконит кавказский. Хлопушка-смолевка, василек, буковица, телекия кавказская и много других растений. Вдалеке виднеются верховья Большой Лабы и река Санчаро, приток Большой Лабы. А ниже по течению открывается селение Пхия. Бабочка-бражник, колибри наших альпийских лугов. В дымке виднеется массив Алаштраху-Санчаро. А кругом лилии, лилии, лилии. К обеду я вернулся в лагерь, и мы все вместе начали подниматься по склону. В этом месте, в высокой траве, мы решили переночевать. А на другое утро, по Криволесью, продолжаем путь дальше. Впереди скользкие скалы, но мы не боимся трудностей. Подходим к пастушьему кошу и расспрашиваем пастухов о тропе. Продолжаем путь дальше. Июля, вечер. Место нашей ночевки, нашего лагеря. Отмечаем прибытие на Архыскую Семиозерку. Наша вечерняя прогулка заканчивается, горы засыпают, а рано утром нас ждут новые приключения. Сегодня 22 июля, восьмой день нашего путешествия по Архызу.
И сегодня в наших планах подняться на высшую точку этого района, гору Загзан-Сырт, 3097 метров. И вот, наконец, долгожданная вершина Загзан-Сырт. Счастливые и довольные мы больше часа наслаждаемся панорамами и видами с вершины. Хребет Абишира-Ахуба, север Архиза, на котором спряталось множество красивейших озер. Он ограждает центральную часть Архиза от предгорий Северного Кавказа. Далеко впереди возвышается высшая точка Кавказа, двуглавый Эльбрус, а вблизи выстроились горы Архиза, Псыш, Пшиш и Токмак-Кая. Чучхур-Баши, право Надежда, а слева от нее вдалеке Марух-Баши и Каракая. Река Санчара, левый приток Большой Лабы. В голубой дымке виднеется Агебста, 3256 метров. Пришло время спускаться с вершины. После обеда собираем рюкзаки, прощаемся с Архизской Семиозеркой и отправляемся дальше в путь. Входим в березовый лес и попадаем в царство грибов. Ой, какой грибок мы нашли! Вот сколько мы грибов нашли. Ай-яй-яй-яй. Все съедим, все съедим. Обработка грибов. Че? Я чищу, смотри, как удобно. Мы грибы чистим. Вот, чистим грибочки. Жалко, такие чистить. Вот, вот только такие красивые. Любоваться. Одуреть можно. А зачем соль, если суп будет? А на следующее утро мы продолжаем путь. Девятый день путешествия, 23 июля. Собираем лагерь.
Впереди показался простенький, некатегорийный перевал Пхия. На этом перевале во время Великой Отечественной войны проходила линия обороны Кавказа. Пообедав и отдохнув, мы продолжаем наш путь и вскоре встречаемся с велопутешественниками. А это ребята из Москвы. А как звать, подскажите? Здравствуйте, я Иван. Здравствуйте. Николай. Из Москвы. Путешественники, велосипедисты. А где ваши рюкзаки? Вот. И там и спальный мешок, и палатка, да? Нет, вот палатка. Мы налегке. Ага. Так, а мы вообще в Красную Поляну, на самом деле. Отсюда? Да. Сочи? И шпионы. В Сочи едут. Это московские шпионы проведывают путь, как в Сочи быстрее приехать, на Олимпиаду. Эта попутная машина за несколько часов довозит нас до подножия Софийского хребта. Ночуем под могучими соснами. А утром отправляемся в горы. На перевал Иркис, чтобы посетить Софийские озера. Богатейшее субальпийское разнотравье. Перевал столичный ведет из долины реки София в долину реки Псыш. А мы ползем к озерам. Вот по такому крутику. Очень-очень круто. Эта группа Софийских озер называется Кашкаек-Чичат. Здесь мы встретили многочисленных туристов, например, эти из Харькова. В озерах отражается высшая точка Софийского хребта – гора София. Идем на следующий перевал. Перевал Караджаш. Вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Подходим к краю огромной глубокой трещины. Выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть обрыв. Справа вдалеке замечаем озеро Запятая. Как военная тропа. Вершина Караджаш. Кто не рисковал, тот сам себя не испытал. По снегу уходит хозяева этих гор. Кавказские туры. Видишь, как не Денис за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как не Денис за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент. И не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина. Изумрудным дом, которую ты так и не покорил.
как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежно ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друг. Озеро кратерное. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и в беды крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Пора спускаться в базовый лагерь. А на другое утро прощаемся с озерами, ледниками, водопадами, с вершиной София и уходим вниз по дороге в поселок Архыз. Скучен путь, но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляд. Последняя ночевка в лесу, 5 километров до Архыза. Возле этого моста через Псыш, за столиками кафе, мы отмечаем окончание нашего похода. Прощай, сказка! И раздувает рассвет.